Поставила мясо. Это ножка индейки. Вот это все ножка по кастрюле. А мы вышли погулять, выспались. А ты что коровку свою бросила? А где твоя коровка? Коровка, му, да? Да, мир, ку-ку. Куда ты поедешь? Ну-ка, давай. Пока-пока. Да, ты в садик поедешь? В садик поедешь? Дочь, подними коровку. Доченька, дай маме коровку. Давай, маме. Ой, ты моя умница. И ты, ба, ты куда поедешь? В садик поедешь? Пока-пока, милаша. Пока. Да, мир, пока. Нет, говорит, не пока. А что, здесь ничего не пищит, да? Нет? Ничего не пищит. Да-да-да, аккуратно давай, да-да-да тебе. Да-да. Да-да, давай аккуратно, где там твоя ножка? Ой, божечки. Ой, мамочка, застряли. А, опять, что ли? А. Как-то ты странно садишься, доча. А, тебе. Пи-пи-пи, Дамир. Пока-пока, да? Пока-пока. Ветер. Это ветер, да? Ветер. У тебя все бани какие-то. Ветер. Это ветер. Иди, неси маме, доча. Неси маме какао. Ой, фу-фу. Да, это все бяк, это надо выбрасывать. Да. Все, принесла все. Все, бяк. В рот нельзя брать. А у нас уже вечер, у нас еще не стемнело, но уже вечер. Мы наелись, мы напились. Это кто у тебя? Это ежик, ежик. Роман будет держать. Это ежик. Ух ты, молодец! Так, это лисичка, лисичка. А это белочка. Прицепи их обратно, прицепи. Где? Ладно. Ладно. И так тоже пойдет. А это олень. Олень. Ага, олень у нас лисенок.
В ротик не бери. Нет, не надо. Красная, здесь синяя, зеленая, желтая, 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 синяя, синяя. А, не, не получится. Красная, не, не получается. Тихо-тихо-тихо, аккуратненько. Так мы не потеряли ни одной штучки, хорошо, ни одного колечка. Милаш, но они невкусные, не надо, дочь. Да, поближе, поближе к милашечке. Собирайте. Дамир, ты неправильно сидишь. Угу. Давай вот так сиди. Угу. Синий, да? Дамир, так нечестно. Сына, давай мы до конца соберем. Давай, красная у Миланы. Желтое у Миланы. Желтое колечко. Давай, давай, доченька. Вот. Да. У Дамира красное. У Миланы зеленое. Это красное. Это синее. Дамир, сына. Так нечестно. Дамир. Мы так... Нет, мы так с тобой не будем играть. Ты слышишь меня? Так дело не пойдет. Мы еще не до конца собрали. Терпение. Да. Да. Угу. Красный. Синий. Желтый. Все, наигрался. О. Бросил. Я никогда не заставляю детей, что надо еще. Нет. Поиграл, понял, что все. Надоело, устал, пошел своими делами заниматься. Но коза тапки снимает. Ах ты, козякова. Где ж твои тапочки-то, а? Дочур. Принеси маме тапочки Миланины. Где тапочки Миланины, Дамир? Вон они лежат. Вон они там. Вот. Неси, неси, Милаш. Ну а что ж ты один-то взяла? Где второй? А второй? Второй неси. Второй неси. Второй. Еще один неси. Мама Мия. Дай мама сделает. Мама сделает. Милаш. Да, сами сделать. Давай, мама сделает. Дайте, мама сделает. Принеси. Милана. Милана. Несите сюда. Сегодня варила им суп с гречкой. С гречневыми хлопьями. Милана за обе щеки. Под конец она даже расплакалась. Но там было уже слишком круто бы. Неси еще тапочек. Тапочек неси. Второй. Видишь, скользко у нас в колготочках. Тапочек неси быстренько. Милаш. Ну-ка давай скорее неси. И это ей так понравилось. Ну, слава богу. Сложно накормить этого ребенка. Но... Снесла курочка яичко. Яичко не простое, а золотое. Не переворотик. Покажи маме, где здесь курочка. Покажи курочку. Вот, а собачка гав-гав. Вот она, петушок. Всей ладони. А здесь покажи маме, где курочка. Курочку маме покажи. Вот она, курочка. Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. Так, а где здесь мышка у нас, интересно? Ты не видишь мышку? Вот она. Так, мышка-то где? Мышка, пипи. Понятно.
С каких пор мы это все пятернёй тут показываем? А где курочка? Курочка. Вот она. Угу. Понятно. Та-дам, та-дам. Двери открываются. Покажу вам немножко стройки. Хотя только недавно писала, что на моем канале стройки нет. Кстати. Вау, это новая дверь? Ванну. Серьезно? Да, с бычьим этим. С Альвиной мы отмыли вы. Ага. Вот. Ты будешь когда заходить вот так, прежде чем зайти, будешь вот так. Тук-тук, да, делать? Да. Тук-тук-тук-тук-тук. Приезжал к нам. Ну как приезжал? Короче, сначала начну. Я позвонил тому человеку, у кого мы всегда заказывали окна. А вот. Он сказал, приеду. И так я ждал его 4 или 5 дней. Он не приехал. А у меня был номер телефона другого человека, кто занимается окнами. Здесь Павловская. Я позвонил ему. Он приехал буквально через час. Сделал замеры. Вот, но что-то мне его ценник не особо понравился. Вот, потому что я как бы ценники знаю. А просто, ну, тот человек нам считал. Я говорю, а сколько вот верхнее окно будет стоить? Вот, на втором этаже. Да, на втором этаже на балконе. Он замерил, как бы посчитал. Вот. Ну, у меня ценник не понравился, получается. Если нам до этого считали два окна 37 с открыванием, и если без открывания 30-31 тысяча, плюс-минус, вот так. Вот. Он нам посчитал... 21 тысяча это одно окно. Вот. Итого получается 40. На десятку считать дороже. Вот. И это окно он нам посчитал в 21 тысячу. Он говорит, ну ладно, говорит, 20 тысяч сделаю. Ну, в итоге как бы... Здравствуйте, дядь Коль. В итоге я ему что сказал? Я говорю, давай, говорю, я паузу небольшую сделаю. Позвонил еще раз. Тому человеку, просто как бы уже постоянно берем, может быть, он какие-то скидки нам делает. Вот. Сказал, что подъедет. Ну, жду. Вот сейчас он приедет, посчитает, сколько окно выйдет, и уже будем плясать. Потому что надо быстрее делать из-за этого окна, то, что его здесь нету, холодновато. Особенно под утро выходишь в холл, как бы, и так. Но все равно, что эта дверь, она защищает. Вот. А еще были там вопросы по поводу... Окна, почему не сделали, это окно не заложили, а сделали вот, допустим, окно вот здесь. Ну, во-первых... У нас сюда не выходит ни одно окно, кроме да, ванны, там кроме кусочек. Ванны, да. Ни одного окна здесь нету. А сюда выходит уже два окна, сюда бы было третье окно. Да и как-то это, для чего делать окно? На дорогу, чтобы потом как бы его постоянно да. закрывать. Чтобы когда потом... машины ездят, такая пыль. Я понимаю, она будет и сюда лететь, но мне кажется, сюда минимум будет лететь, чем вот здесь. Да, ну и потом как бы оно постоянно получается, ты ну, будешь занавешивать, потому что, ну, угу. зачем? Нет, это я тоже буду закрывать, но здесь будет больше напрягать. Да, больше, если, допустим, ты тут где-то не закрыл, вот, забыл. Забыл, да, закрыть. Ну, не так, как бы, да, просто это надо вон туда отойти, чтобы заглянуть в это окно. А здесь вот как ты, когда как, там, ты хочешь, не хочешь, человек идет и заглядывает в окно. Как все мы это делаем. Ну, да. Я тоже люблю ходить, если забор низкий, мне, смотрю, ну, окна открыты. Воли, как бы, да? У кого какие там обои, какая люстра и все это. Просто любопытство такое. Мне вообще все равно, у каждого своя возможность. Но все равно, ну, как-то интересно заглядывать. И потом, у нас же как, если, допустим, вот эта бы глухая стена была, да? То получается, здесь что-то ставишь, вот, ну, в плане, вот, она выдвигается сюда. Вешалки, полки, и комнатка получается узенькая, длинная, коридор. Вот. А здесь... А ты уже сказал, что у нас здесь будет? А? Ты уже говорил, что у нас здесь будет? Не помню. Может, у нас, мы здесь планируем гардеробную. Да. Я думаю, сейчас все понимают, в какой мы комнате. Эта комната... Бывшая ванна.
Это бывшая ванна, да, временная ванная, которая была. И Рушан здесь сделал над ванной этим трубы. Трубы там написали. Почему ты так сделал трубы? Это очень некрасиво. Да, и ванну, чтобы неправильно поставили, где мы же делали все просто временно, чтобы нам лето, представляете, было. Да, любое время года мыться надо. Как бы это гардеробная, да? Вот здесь, если сделать полки, вот эта часть, как бы полки, все будет заставлено. Комната не особо съестся. Ну да. Она получается, как бы, будет, ну, можно сказать, чуть больше, чем сейчас, да? Вот. Угу. Вполне квадратная комната. Можно будет поставить и диванчик, допустим, там, как бы, да, какой-то там, ну, не знаю. Вот. Нет, диванчик, гардеробный, зачем? Здесь максимум какое-то кресло воткнуть. Ну, или кресло можно будет поставить. Да. Когда ты гладил, допустим, устала, села под дорогу. Да, нет. Вот. А что-нибудь допустим... накинула, допустим, на кресло. Погладила, накинула, там, сложила на кресло. Ну, а потом разобрала. Если бы вот так, то это место было бы вообще съедено. Поэтому, как бы, эта часть, как бы, будет больше оптимальна. А, еще по поводу этого, да, типа, оставьте эту стену, вот, и сделайте там, типа, кладовки. Вот. Зачем? Ну, как бы, да, у нас же это гардеробная, зачем нам здесь кладовка? Ну, здесь как-то, мне кажется, вот здесь будет у нас храниться, вот, допустим, ведро стоять, в ведре будет швабра стоять, там, вот где-нибудь в углу там спрятано, я не знаю, в каком-нибудь, но это все разберется, посмотрится. Ну, и потом, опять же, это будет отапливаемое помещение, и кладовку сделать в отапливаемом помещении, я думаю, как бы это, ну... А обычно кладовки отапливаемые? Ну, представь, а если у тебя что-то пропадет, или что-то такое, что нужно в холоде хранить? А, банки. Кладовка – это банки хранить? Да. А почему бы и нет? Нет. Я, наоборот, когда мы на Крючанах жили, я переживала за нашу кладовку, что у меня там все перемерзнет и вымерзнет. Нет, та же самая картошка. А, все, поняла. Кладовку – это вот, допустим, картошку. Да. Купил там на зиму 3 мешка. Да. Где а вот реально, где мы будем хранить ее? Не, ну вот завтра мы, допустим, поедем, купим картошку. Где мы ее будем хранить? Не знаю пока. Ну, это другой вопрос, как бы. Но дело в том, что здесь сделать, здесь делать. Не-не-не, это у нас пол, однозначно. Это это однозначно у нас будет гардеробная. Что-нибудь ну, придумаем. Ты картошку набрала, а тебе через весь холл тащить всю картошку. Ну да, это раз, а два. У нас будет, да, летняя кухня в дальнейшем. Там мы будем все хранить, да? Ну да. У нас погреб есть. Который... Ой, фу, ну, это там сейчас, такие слизняки ну, какие-то ползают. Там возможно как бы... Мне кажется, у меня это перед глазами будет пелена постоянно этими слизняками. Я тебе сделаю, будет офигенный погреб. Просто... А ты вспомни хорошо на Крючанах ванну нашу, баню, которая была. Ну там не было таких ужасных чудовищ, никто там не ползал. Ты уверена в этом? Да, никто там ну, ладно. Не ползал. Просто я тебе не показывал этого. Кстати, я вот тебе бы ради прикола бы... Вот ставить зачем? Этот кусочек и показать. Вот если бы у нас было бы здесь окно, мы бы не видели бы купола, да? Да, вот церкви. Вот это вот, вот эта вот крыша, она бы просто закрывала бы все. А здесь, что на второй этаж поднимаешься, что здесь, вот здесь Колины елки немножко мешают, укоротить бы их, что ли. Вот елки бы так срезать, и идеальная картина. Не, елки тоже красивые, они же всю зиму будут зеленые стоять. Красота. Не, ну как бы. Ну, у нас так что у нас... изначально мы так запланировали, поэтому как бы. Да, у нас это будет гардеробное. Единственное, что мы, когда мы уже сделали ванную, Рушан провел все трубы, да, канализацию, это все, залил там пол. Мы единственное, что пожалели, что вот именно вот в этой комнате мы не сделали ванную, а в той комнате, ближе к прихожке, гардеробную. Но да, там... если бы, вот честно скажу, если бы мы изначально бы запланировали здесь бы ванну, да, я бы вот это колодец бы, вот бы не копал, не столько бы сил не потратил бы, я просто вывел бы все в ту яму бы, и все. Которая там на улице? Нет, вот она, дальняя, самая большая, вот люк видишь? Ага. Вот, я бы вывел бы это все сюда. А мне кто-то звонит, это кто звонит, смотри, 22:48. Не знаю. Брать, не брать? Да, бери. Ладно, уже не знаешь, мошенники звонят или нет, спам, не спам, брать, не брать трубку. Не кладите трубку, оператор ответит вам через несколько минут. Угу. Это что такое было? Сейчас. Не стали ждать. Делать нечего, даже ждать еще не знаю. Ну да. Вот, как-то вот так вот. Поэтому тут, в принципе... Так что мы планируем здесь гардеробную. Я думаю, теперь понятно все, да, почему, что, да, как и для чего. А теперь хорошо запомните эту комнату страшную, господи. А там что-то страшное просто.
Страшно. Ничего. Рашан уже ставил металлическую штуку, потому что здесь вот так вот все провисало, прям вообще ужас был какой-то. Ничего. Что-то ужасное. Пол какой. Угу. Будет у нас здесь гардеробная. И с таким хорошим большим окном. Хотели, да, меньше. Да, поменьше. Чего в гардеробной такое огромное панорамное, да, но оно реально здоровое, панорамное, блин, окно. Думали поменьше сделать окно, чуть-чуть поменьше. А может и сделать его чуть-чуть поменьше? Его если убирать, вот отсюда, наверное, его убирать. Ну, понятное дело, не сюда. Вот отсюда, куда? Да, вот отсюда. Если вот прям, знаешь, вот прям вот так вот его убрать. Вот так вот. Как вы думаете? В принципе, можно было бы, конечно, и это поменьше. Вот чуть-чуть оно поменьше, может, сделаем? Как бы, да дело даже не в цене. Вот оно нужно, такое огромное окно. Вот к нам сегодня приедет, уже получается через часа два, да. Приедет человек, который будет измерять еще раз, правильно? Это да, приедет, да. Как его? Замерщик. Да, замерщик приедет. И вот, не знаю. И большое окно. Это, блин, здорово, это много света, это, блин, реально как панорамное окно большое. Можно и сюда взглянуть, и кто пришел туда, открыл, посмотрел, кто там, тын-дын, и сюда, отсюда я посмотреть. Бы оставил большое. Да? Привет, да. Сосед. Ой, так, и что нам делать? Как вы думаете? Вот пишите. Как бы вы поступили? Убрать, вот прям чуть-чуть убрать и сделать вот такое вот стандартное окно. Вот, допустим, вот как у дяди Коли, да? Вот тут вот это прямо его окно. Вот это вот первое, ну, самое. Почти такое самое. Же или поменьше? Почти такое. Да. А мне кажется, поменьше. Ну, может быть, чуть-чуть. Вот у него нормальное окно. А это, мне кажется, сильно громоздкое, что ну, ли. Вот, если а... не делать, то делать как вон то. Вот, видишь, вот. Второе. Или первое вот это. Третье вот оно вот так, которое стоит. Это слишком маленькое. Как грызок, не люблю такие окна. Скажи, вот этот размер окна такой же, как вот здесь? Да. Угу. Просто в такой маленькой комнате. Это ладно, комната была бы там, ну, чья-нибудь там спальня, да, детская, допустим. И сделать такое большое окно, чтобы было больше света. Это, ну, здорово. Это можно было сюда столешницу сделать, чтобы там уроки ребенок делал, да, чтобы, ну, много света. Это хорошо, конечно. Но когда здесь будет гардеробная, здесь нужно по максимуму сделать полок, вешалок и все подобное, там стеллажи. А тут целая, получается, почти вся стена занята. Одна стена окном занята. Здесь у нас дверь будет. И, короче, вот под вопросом. Здесь остается. И вот сюда ты не сделаешь, понимаете? О, точно. Давай его укоротим, чтобы мы могли вот здесь сделать полки. Я думаю, если его вот так вот убрать, вот так вот укоротить, чтобы рассчитать, чтобы у нас здесь также были стеллажи. Что-то там висело, вот так точно. А так у нас получится только вот здесь. Или там только хватит. Вот это сейчас стена, если честно, мешает, и непонятно, какое там расстояние, и много ли, может, и здесь хватит, там, в два ряда. Повесил зимнее, допустим, назад. Ничего, кажется, сезонное вперед. Да? Что? Там 90. Ну да. Что такое? Не пойму. Получится опять вот так, раз, выступ и сюда. А без выступа можно вот сделать? Нет. Боже мой. Но здесь эти полки встанут, и они не будут здесь, все видно. Нет, здесь основная стена, а там плюс основная стена и плюс еще кирпичная кладка, понимаешь? Вот это. Это туда глубже, да. Уходит, а это сюда ближе уходит. Получается, вот он дом, да? Ну как ты думаешь по поводу вот этого, чтобы стеллажи еще поставить? Чтобы, ну, знаешь, давай, такое... Давай поменьше сделаем. Давай, да, чуть-чуть, чтобы вот здесь вот так... 60 сантиметров отступлю. Почему 60 немного? А, 60 от стены, да? Да. Чтобы стеллажи, да, поставить. Да. Вот, и будет, мне кажется, идеально. Опять ну, этот номер 60, занят. 60, 70, давай 70. Так, потому что это... Только давай уже не больше, а то, смотри, ты все измеряешь. Ну, 70, в плане того, что это... Потому что еще же будет обшиваться, да? Да, да. Угу.
И чтобы здесь тоже стеллажи сделать. И даже такое, пока у нас там кухня будет не оборудована, а только наша стоять. Как ну, говорится, смотри, здесь маленькая. Можно сюда можно будет... стеллажи. Угу. Вот. Такое, как мясорубку, пока временно сюда можно вот так все потыкать. Да, да, да. С одной стороны стеллажи, с другой стороны вещи. Вот это висят, да? Чтобы он было куда. А потом, когда уже там все определится на кухне, может, там какой-то шкаф тоже, может, что-то там придумается, и уже уберется отсюда. Ну да, посмотрим. Такая, короче, комната будет и там. Склад. Нет, а не давай мы не будем здесь складировать ничего. Может, мы эту технику оставим на втором этаже. Пока. Посмотрим, может быть. Не будем ее сюда пока пихать. Может быть, она же все тут. Я что-то придумаю, и вот эти, где у нас чердаки, вот эти закуточки есть. Вот, как-то там холодно. Обшить. Нет, почему? Для этого можно же обшить, утеплить, как бы сделать это. И вот именно то, что коробки, там вот такие вещи, когда хранить там. А вот это ты постоянно пользуешься. Mm-mm. Почему? Какие там коробки? Не надо. Это называется начинаем захламлять. Помнишь, на Курчанах ты в доме, когда сделал крышу, тоже сказал, там будут коробки и все подобное. А потом что бы получился? Склад. Ну, блин, ну подожди, вот. Есть такие коробки, допустим, есть сарай. Нельзя выкидывать. Вот, сарай положил, собрал ее, просто они вот так вот просто плюсуются. Нет, и все. Из-под техники имеется в виду. Вот как из-под телевизора, допустим, коробка. Она, допустим, нужна элементарно в сервис телевизора отвести. Ты не будешь вот так вести. Ну ладно, это уже потом, мы уже отходим от темы. Это все потом решится. Так, короче, мы решили делать окно поменьше. Да. Будем все. Чуть-чуть поменьше делать, чтобы можно было вот здесь так вот стеллажи поставить. Тоже. Ну все, определились. Конечно, большое окно было бы круче, но оно слишком огромное. Для такой маленькой комнаты оно слишком огромное. Смотри, если оно получается взять, это окно... Сколько оно? 130, метр 30. Это нормальное окно. Это хорошее окно. Ну да. Как раз мне кирпичи некуда своих использовать. А, тебе еще теперь просто тут эту штуку, да, поднимать? Ну да. А что, нету блоков? Нет. А зачем мне блоки? Я из кирпича подниму. Я кирпич куда-то надо девать. Или у тебя так будет в дворе стоять? Ну, у тебя работа прибавится. А блоком не прибавится. Блоком раз, два, три, пять, и все, и ушел. Ну, блок, во-первых, он размером не такой же, как стена. Он уже намного. Нормально. Ладно, вот такие дела решили. Хотели, чтобы вы нам посоветовали все-таки. Но все-таки пишите свой совет, еще же не поздно. Ну, понятное дело, еще есть время. Угу. Может, нам сказать, сюда подвигайтесь. Ну, это слишком, мне кажется, да, огромное окно для такой маленькой комнатки. Все, ладно. Пошла я. Давай, будем встречать. Кого? Нужно приехать.